Значит, объясню, потому что несколько они были в том, что шеф происходит. Итак, я все-таки гениально сказал один из наших первых зрителей быть. Нет, фраза вот такая, причем сама ирония была. Меня опять зовут Миша, да? Хорошо, меня опять зовут Алексей Ростовский. Я только руководитель семинара «Артистская сцена». Мы приехали в ваш главный город, драмтеатр Минский, нас прилетел, чтобы отобранные из сотен пьес, 6 пьес с помощью ваших актеров и режиссеров, которые с нами приехали, и ваших режиссеров, показать, что пишут современные драматурги, которые вот начинают приближаться к театру. Это именно в форме показа с текстами в руках. То есть это эскиз как бы спектакля. После этого мы поговорим о пьесе, что будет не менее интересно, те, кто уже были, знают. Вот это все, что я хотел сказать. Спасибо. Сейчас еще. Ой, как раз у меня будет время. Что, собственно, ну, пока. Это Олег Лыбошин из Нижнекамска. Пьеса «Биоробот». Жанр у нас никак не обозначен, да? Мы не подсказываем. «Биоробот». Сами догадаетесь, какой жанр. А поставим вторая версия. Актеров он представит после, как у нас это заведено. Автор тоже здесь. Автор. Здесь. Вот здесь. Вот это на самом деле мы договаривались, что у нас будет 35 зрителей, не больше. Иначе это уже как бы ну, будет не видно, не слышно. Покажите автора. Автор. Покажите. Знал своих героев. Очень хорошо. Быть жестким и не считаться со временем, ясно. Если понадобится, буду жестким, понимаю. Уверяю вас, никаких проблем не будет. Ну, не в первый раз. Не считаться со временем, ясно, и добиться предельного результата, я вас понимаю. Нет, можете быть уверены, я вас не подведу. Отлично. Спасибо. Да, давай идите.
Можно? Да, пожалуйста, проходите. Вот, не знаю, вам, не вам, кредит кредитов. Да, вы не ошиблись. Присаживайтесь, пожалуйста. В чем, собственно, дело? Я вроде ничего не нарушал. Законопослушный гражданин. Дел по горло, на вас отвлекаться приходится. Поверьте, придется отвлечься. Нет, ну надо так надо, я ничего против не имею. Дел по горло. Не, ну вообще, если надо, я готов. А можно поинтересоваться, вы к ФСБ, да, относитесь? Или как? Я что-то раньше такой организации не слышал. Не будет ошибкой так сказать. Мы не имеем какое-то отношение к национальной безопасности, да. Да? Да. Наверное, путаница какая-то. Чем я могу быть интересен национальной безопасности? Я же простой человек, ни в какие дела не влезаю, на митинги не хожу, семью кормлю. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. У нас ошибок не бывает. Да. Много времени это у вас не займет, я просто задам вам несколько вопросов и все. На какую тему? Ну, сейчас узнаете. А ничего, что я там машину поставил на входе, там еще табличка не ставит машину, а других мест не было, я поставил, ничего? Нет, ничего. А то выйду, а машины нет, ну или покоцает кто. Я так не думаю. Ну ладно. А то мне без колес-то никак. Полгода назад на старой тачке в аварию попал, ремонту не подлежит. Не, сам-то отделался легко, две царапины. Взял недавно новую, вот волнуюсь, как бы еще не так. А, кстати, это не из-за машины меня, не из-за аварии меня вызвали. Там ГИБДД все разобрались, все нормально, вина не моя. Да, ребята молодцы, хорошо поработали, так что я там вообще не при делах. Мы вас не вызывали. Мы вас просто пригласили на беседу. А, вот как. Не, ну я же говорю, я там не при делах, там вы, собственно, мне взад впечатались, я практически на месте стоял. Молодой парень какой-то, лет 19, он, наверное, первый месяц за рулем. А, кстати, он мне еще выплаты до сих пор не сделал, и... Знаете, мы не по поводу аварии. Не по этому поводу. Ну да ладно. По какому вопросу? Ну, давайте начнем, так сказать, с протокольной части. Ага, хорошо. Я задам вам несколько вопросов о вас, о вашей жизнедеятельности. Отвечайте просто и максимально точно. Хорошо. Вы же меня не в терроризме подозреваете, да? Я ведь ни с какими подозрительными личностями не контактирую. А на Кавказе вообще ни раз в жизни был. Да, в молодости, в студенческие времена с другом ездили, а там на летние каникулы... В Аджарию, в Батуми. Лет 20 назад это. А у него там родственники. Ну, покупались несколько дней и все. А границу как положено переходили. Там вообще проблем с этим никаких не было. Знаете, мы вас вызвали совершенно для другого разговора, но вот ту информацию, которую вы сейчас озвучили, мы ее обязательно учтем. А. Что-то лишнее сказал, да? Да я же говорю, я там по всем по правилам было, чисто отдых, никакого хулиганства, о терроризме вообще речи не шло, я же простой человек, я... Да я за Россию, я за президента. Нет, я на Донбасс однодневную зарплату перечислял, я в принципе еще могу, нет, я же понимаю, там надо войти в ситуацию, всякое такое. Я всегда готов сотрудничать с органами, да? Назовите, пожалуйста, вашу... Фамилию, имя и отчество. Хорошо. Как скажете. Харламов. Александр Евгеньевич.
Александр Евгеньевич, пожалуйста. Харламов, да. Харламов. А, нет, я не родственник тому хоккеисту. Нет, не родственник. Мы с ним даже. Я его вообще не помню. Вы, наверное, тоже, он же в 70-е выступал. Кто? Харламов. А... Нет, вообще-то я хоккей. С командой, сборной. Нет, хоккей я отлично отношусь. Иногда смотрю, да. Хоккей. Давайте просто. Ну, род ваших занятий. Это в каком смысле? Ну, кто вы по профессии? А, по профессии я инженер холодильного оборудования. Правда, работал всего лишь 2 года. Там свои нюансы были. Сейчас занимаюсь предпринимательством. ИП Харламов. Все по закону, как положено. И в какой сфере занимаетесь предпринимательством? Торговля. У меня 2 магазина. Нет, небольшие совсем. Один там, знаете, на рынке на Зеленом, там все для дома, 1000 мелочей. Ну, знаете, наверное, там от шурупа до ножовки, а другой на улице Севастьянова, там, ну, продукты питания, хлебобулочные изделия, сыры, колбасы, сладости, ну, пиво, вино, водка. Леваком не торгую, все по лицензии, из Казахстана ничего. Да, вот. А, могу документы показать. У меня... Документы есть. Правда, не все с собой, но вот. А образование какое? Выше. Я же говорю, я инженер холодильного оборудования. А, вы не записали? А, у вас там записано все. Ладно, ладно. Наш местный политех заканчивал. В Москву вообще-то собирался поехать. Там у меня тетка по отцовской линии, сестра. Ну, как-то они не ладили друг с другом. Вот не поехал. Наш политехнический заканчивал. А перед этим я техникум тоже политехнический. Ну, вообще, у меня как-то техническое так хорошо. В основном по этому поводу. Семейное положение? Он женат. Женат обязательно, да. Имя жены надо? Нет, не обязательно. Харламова Люция Рашидовна. По образованию воспитатель детского сада. Сейчас домохозяйка. Не, ну просто в последнее время у меня с доходами нормально, не жалуюсь. Постучать надо, чтобы не сладить. Так что, чего ей работать, пускай сидит дома, детьми занимается, растит новое поколение, так ведь? Люция Рашидовна, да? А, ну да, татарка. А, что? А, тут какая-то проблема. Да я вообще-то не слышал, чтобы татары там... Терроризмом там целенаправленно занимались, это же не чеченцы какие-то. А так она всю жизнь в России живет, ну, в русской России, не там, в Татарстане. У нее там родственники дальние, в Бульме или в Буинск. Не, ну, есть же такой город, Буинск. Она там вообще редко бывает, а может вообще не была. А, кстати, я даже не знаю, говорит по-татарски или нет, вот сегодня точно спрошу. Нет, ну мы же как-то на советской закваске сформировались, к межнациональным бракам никаких вопросов не было, даже поощрялось же, да? А так в жизни у меня никаких проблем нет. Очень ответственная, искренняя женщина, помощница, вообще друг. Дети есть? А, обязательно, 2. А, и 3-го хотим? Да, 3-го хотим. Ну, не знаю, позволит ли возраст, но все-таки мне уже так за 40, а жена моложе, ей 35. Ну, опасается рожать. Ну, чем старше, тем опаснее. Отклонения могут всякие там возникнуть. Ну, да, он всякое такое. Нет, я в это конечно не верю, но инициативу уже не отдал. Если чего, это подскажет. А с этим, с обеспечением 3-го проблем не будет, ну, надеюсь. Взрослые дети, да? Да. Они... Что? А, маленькие, да, маленькие. А старшая в 4-й класс ходит. Младший, он в садик еще тоже ходит. Младший. Имена надо? Тоже надо? Нет, не обязательно. Ну, не сложно. Старшая Марина. А Марина Александровна. А младший Кирилл Александрович. Хотя у вас вроде... Там все записано. Значит, маленькие дети, да? Ну,
Ну да. Ну, тут дело в том, что это не первый мой брак. Я по молодости женат был, ну не сложилось, а так же часто бывает. Жили вместе года два всего, может чуть больше. Ну, от первого брака у меня тоже сын есть, Максим зовут. Лет 15 ему, вроде как школу заканчивал. Подождите, а он не в институте? Блин, я вот не помню, вылетело. А, ну знаете почему, знаете почему не помню? Мы вот просто с женой, с первой женой, мы очень плохо расстались. Она со мной, со своими прибамбахами, ну... Психически неравновешенно. Нет, я ничего не имею в виду, она, конечно, не сумасшедшая, но, знаете, она смоталась от меня с грудным ребенком, и меня больше не подпускает. А я финансово поддерживал и буду поддерживать, ну, родная же все-таки кровь. А они в Санкт-Петербурге живут, она там еще раз замуж выходила, но тоже расстались, я же говорю, неравновешенная. Вот, я так-то не интересуюсь ее житьем-бытьем. Просто знакомые там всякие интересуются, родители вот. А это ходит потихоньку. Алина Сергеевна, а в девичестве Самодина. А какая сейчас фамилия, я не знаю. Кстати, вы не из-за Максима меня вызвали? Что-то натворил, да? Нет, не из-за него. А, ну хорошо. А то с такой-то мамашей легко. Увлечение, хобби? Что? Ваше, не Максим, нет, ваше. Ну, увлечение. Ну, не надо, так надо, это. Это традиционное увлечение. Рыбалка, хобби. А, у меня лодка есть. Я с ребятами, с друзьями выходим иногда поплавать, порыбачить. А сейчас редко выходим. Вот сын подрастет, с ним точно буду часто выходить, но надо же парня к природе приучать, так сказать, возвращать патриотически настроенного гражданина. Правильно? Ну, а в остальном все обычно. Футбол там, хоккей. А, биатлон! Биатлон люблю, обожаю. Губерниев, ну, классно комментирует, так заводит. Вот. Вы смотрите, нет? Вы знаете, просто у меня написано, что вы имеете первый разряд по стендовой стрельбе. А, да? Да не, ну знаете, это я же как-то по молодости, я и не занимался уже, наверное, лет 10, а может больше. Так, какие там последние, лет уже 12 можно. И потом, это же первый разряд, который у меня, это же ни о чем не говорит, там всем первый давали. Нет, там парень был у нас один слепой, минус 7, вообще не попадает никуда. А так, стреляет куда-нибудь, ну, пришел парень заниматься, ну, пускай, ну, вот ему второй дали. Ну, а я раз попадаю, ну, мне первый, ну, а что такого, первый, ничего не значит. Ну, вы не думайте, я ни о чем таком, что я хорошо умею стрелять, все такое. Я в соревнованиях вообще пару раз участие принимал, то в школе, а в техникуме один раз, а в институте уже нет. Между нами говоря, секция по стрельбе у нас слабоватая, сейчас вроде вообще закрыли. Ну, потому что отдачи-то никакой, никто не взращивается там, ни о сборной, международных соревнований говорить не приходится. Так постреливали пацаны для своего удовольствия. Нет, вы не подумайте, что я там где-то в инцидентах мог принимать участие в горячих точках. Моя биография, она вообще по минутам расписана. Это вот жена с детьми могут подтвердить, и родители, и коллеги все могут подтвердить. Да и вообще, это не в моем характере, не моя стезя, так сказать, чтобы лезть там какие-то соревнования, создавать проблемы, делать кому-то неприятно. Нет, это не для меня. Значит, стендовая стрельба, предмет вашего хобби и ваших постоянных занятий не входит? Нет, ну говорю же, нет ничего, это чисто так увлечение было. Забыл даже, как это делается, и никакого оружия у меня дома нет, там ни пневматики, ни газового. Сейчас же многие берут, да, ну закон же позволяет, и я вот не беру с собой. Во-первых, регистрировать надо, а это вроде как будто уже под подозрением могут прийти, там, спросить, вопросы задать. Да и потом, если тебя будут прессовать там бандиты, так не поможет же, так для успокоения нет. Настоящей пользы от него нет. Только вред, правильно?
Так, а скажите, это нормально, что мы вот вообще без адвоката здесь разговариваем? Говорим, говорим, а через минуту вы скажете, что я в чем-то обвиняюсь, и закроете меня. Так, больше я отказываюсь отвечать на ваши вопросы. И требую адвоката. Так, слушайте, никаких стрельбах и прочих преступлениях я участия не принимал. Заявляем вам официально. Дело на меня вы не сошьете и даже не надеетесь. Думаете, раз предприниматель, бывший спортсмен, то идеально подхожу на роль обвиняемого? Не получится, я свои права знаю. Так, Александр Евгеньевич, вы совершенно неправильно поняли весь предмет нашего разговора. Никто вас ни в чем не обвиняет. Я не следователь. Я пригласил вас сюда не для каких-то процессуальных действий, а просто. Для чего? До этого мы дойдем с вами. Практически уже дошли, но прежде чем объявлять вам причину нашей встречи, мне хотелось бы разобраться в каком, какой бы, как сказать, какой бы человек. О чем вы думаете, чем вы занимаетесь, чем дышите, если можно так сказать. Я спрашиваю вас это не для того, чтобы обвинить вас в чем-то, а просто для того, чтобы подготовить вас к главному событию, к той информации, которая у меня для вас имеется, которая, мне кажется, вам будет очень интересна. А как ваша организация называется? В вашем приглашении все написано. Я вроде не читал, но я такой конторы ни разу не слышал. Я вообще не понимаю, зачем меня позвали и чего от меня хотят. Мы уже вплотную приблизились к тому, и буквально через пару минут вы все узнаете. Александр Евгеньевич, видя ваше недоумение, мы больше не смеем вас отвлекать. И прямо сейчас перестаем задавать не относящиеся к сущности дела вопросы. Но только один вопрос я вам все-таки должен задать, я просто обязан, простите. Ничего, просто обязан. Скажите, вопрос он очень простой. Скажите просто, почему вы сюда пришли? То есть как почему? Мне повестку прислали. Это не повестка. Приглашение. Разве там написано, что это приглашение? Смотрите. В этой бумаге написано, что мы просто ждем вас такое-то время в таком-то месте. Меня же ждут. Значит, на. Подождите, а что, можно было не приходить? Нет, я очень рад, что вы пришли. Лично я этому очень сильно рад. Чрезвычайно рад. Просто мне хочется понять, что побудило вас прийти сюда. Какое чувство? Чувство долга или чувство страха? А? Подождите, я не... Не, подождите. Вот вы подождите. Быть может, либо какие-нибудь другие эмоции. Почему вы в ваш выходной день пришли в абсолютно неизвестное место и решили прийти именно сюда, не отправились, я не знаю, играть в футбол или как там, рыбалку? Я не пойму, можно было не приходить, что ли? Подождите. Вон сюда. Долг, конечно. Чувство долга, как иначе. Просто время сейчас такое неспокойное, и много всяких сил, которые против нас, вообще против личности человека. Раз меня приглашает в какое-то солидное ведомство, я решил, что я не могу уклониться от этого, и если смогу оказать какую-то посильную помощь, я всегда готов. Александр Евгеньевич, ознакомьтесь, пожалуйста, вот с этой технической документацией. Документация, да. Я вообще-то как бы не спец. У вас же техническое образование. Вы инженер, правильно? Да. Смотрите. Так. Инженер, да, только я не по специальности же работаю. Потом я же не в технической документации шарить, это же надо быть специалистом, там, профессионалом. И вообще из какой сферы эта документация? Это робототехника. А, да нет, вы, наверное, ошиблись.
Я даже не представляю, чем могу я вам помочь. Я сейчас и чертежи холодильника-то не разберу. А вы мне еще тут сложнее. Слушайте, у меня есть знакомый. Кружки робототехники ведет. Он в доме пионеров. Ну, как он сейчас там называется? Я, конечно, с ним не знаком, но если надо, я могу найти его телефончик. Александр Ильич, не надо, Александр Ильич. Я прошу вас, спокойно, не надо. Просто посмотрите документы, и вам тогда, быть может, что-то станет уже более явным, более ясным. Посмотрите документы. Ого! Слушайте, это же какая-то человекоподобный робот? Да не, ну я в этом точно же ничего не рублю. И технические характеристики. Не, ну совершенно непонятные. Так, по-моему, вообще спецификацию вообще никто не записывает. Тут в основном какие-то формулы химические. Не, это точно не по моей части. Что это такое? Что имя? Фотография. Ну, это... Это? Это фотоизображение модели, о которой идет речь в данной технической документации. Это моя фотография, причем в голом виде. Кто сделал ее? Откуда она у вас здесь появилась? Происходит, а? Что за провокация? Я сейчас же напишу заявление прокуратуры. Александр Евгеньевич, присаживайтесь. Посмотрите, там много фотографий. Ничего страшного здесь нет. Там много фотографий, причем в разные годы вашей жизни. Что такое, мать ваша? Подождите. Именно эти фотографии, они необходимы для подтверждения технических данных и все, ничего больше. Что такое, мать вашу, я еще раз спрашиваю. Александр Евгеньевич, внимание. Харламов Александр Евгеньевич. Я уполномочен сообщить вам, что вы являетесь биороботом. Произведенным 30 лет назад на основе разработок в рамках секретной программы «Биожизнь плюс». Ваша модель имеет техническое наименование BL-745-372-89. К сожалению, Александр Евгеньевич, по распоряжению правительства Российской Федерации эта программа подлежит полному сворачиванию, а все модели, произведенные в рамках, признаны устаревшими и подлежат немедленной, скорейшей утилизации. Мне очень жаль, что именно я обязан сообщить вам эту новость, именно я обязан вас отключить. Ну, к сожалению, видеть жену и детей вы больше не сможете. Это запрещено. Уверяю вас, что все озвученные мной решения приняты в первую очередь ради ваших интересов, и потому что биологические процессы в вашем искусственном организме приняли необратимый характер и приведут вас к разрушению. Это принесет вам нестерпимую боль. Ну, а мы же вас будем отключать очень быстро и практически без болезни. Воды? Сергеевич, воды вам? У меня есть всегда вам воды. Не надо? Это розыгрыш, да? Здесь скрытые камеры. Вы в интернет собираетесь все это выложить? Александр Ильич, я понимаю, что вам необходимо время, чтобы принять данную мысль, чтобы принять эту неожиданную данность и смириться с ней. Но вот просто скажите, чем я могу вам помочь? Не знаю, у меня есть валидовый вам. Может, надо сердце? Если сердце у меня все нормально, то у вас головы полный бедлам. Так, Александр Ильич, надо переходить на личности. Иначе последствия будут самые серьезные. Какие? Самые серьезные, вам лучше о них не знать. Слушай, на одном месте я вертел твои непосредствия, понял? Ничего. А? Вам меня не запугать? Вы нашли идиота, да? Им развлекаться надо, а я для них подопытный, что ли? Козлы гребаные, ГБшники. Думаете, всю Россию раком поставили? Над людьми измываться можно? Еще посмотрим, кто последний смеяться будет.
Александр Евгеньевич, вам лучше не уходить. Последствия будут самые неприятные. Да на одном месте я вертел последствия, понял? Гнида. Происходило по сценарию, да, все. Нет, абсолютно ничего не потеряно. Я предполагал подобное развитие событий, да и вы тоже, когда мы разговаривали, вы говорили. Он вернется. Он обязательно вернется, я уверяю вас. Я в этом уверен. Да, готов понести всю участь всех наказаний, да. Да, если не вернется, будем действовать силой. И готов понести ответственность за провал операции, да? Ну, вы можете на меня рассчитывать. Да. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Я извиняюсь, можно? Да, пожалуйста, проходите. Сообщает такие известия. Я прекрасно вас понимаю. Не, ну я просто разобраться хочу. Я понимаю, что вы серьезная организация, у вас много работы, но это же не может быть правдой, да? Ну вы, наверное, что-то другое имели в виду. Ну не то, что я понял. Александр Евгеньевич, я предельно ясно объяснил вам, что вы биологический робот, и вы подлежите немедленной утилизации. Возможно, это же, это же чистая фантастика. Таких технологий не существует. Мы же не в фантастическом кино. И потом, я же прекрасно знаю, кто я такой. Я себя чувствую, я осознаю. У меня есть мысли, есть эмоции. Я просто не понимаю, зачем так грубо надо мной шутить. Кому я дорогу перешел, а? Я кому-то насолил, да? Я просто не понимаю, зачем так надо мной издеваться. И заметьте, я обращаюсь к вам именно по вашему человеческому имени, Александр Евгеньевич. Хотя удобнее было бы обращаться к вам просто вашей цифрово-буквенной документации, BL и так далее. Ну поверьте мне, что никто над вами не издевается, даже не думает шутить. Технологии, в которые вы не верите, они существуют и очень давно. И тот факт, что об этих технологиях не говорят по Первому каналу, это не есть факт, что их не существует, правильно? Я все прекрасно понимаю. Вы не просто робот, не просто биологический робот. У вас есть подобие души. Вы считаете, что вы думаете и чувствуете, поэтому вам трудно принять эту истину, но хотите вы того или нет, вам придется смириться с мыслью, что вы искусственное создание. Иначе нельзя. Иначе нам просто придется отключать вас силой и все. Электрошокером долбанете? Ну, в этом нет никакой необходимости. Мы можем отключить вас просто дистанционно. Вы ничего не почувствуете, ничего не узнаете, просто... Просто что? Как вам сказать? Просто... Ну, просто не хотелось бы обращаться с вами, как с бездушным роботом. Вы же, в конце концов, у вас есть подобие сознания, вы способны мыслить. Мы решили, что будет лучше, если вы придете к пониманию своей участи, а сами осмыслите ее. Что усните ее сами, по крайней мере, в той модели искусственное создание, которое заложено в вас, параметры для этого существуют, понимаете? Вы должны теоретически это понимать.
Да, мы могли бы просто нажать на кнопку, а потом бросить ваше бездыханное тело в крематорий, но мы решили в научных целях открыться перед вами, понаблюдать за вашей реакцией, замерить параметры проявления ваших эмоций. Вы должны понять нас. Мы в первую очередь ученые. Понимаете? Мы осознаем, что причиняем вам просто моральную боль. Точнее, ставим в серьезный тупик именно ту программу, которая нынче заложена в вас. Понимаете? Ну, программа заложена в вас, а мы ее ставим в тупик. А? Никто из ученых не откажется понаблюдать за тем, как программа будет справляться с такой проблемой. Но ведь первая ваша реакция, она была абсолютно предсказуема. Вы бунтовались, вы ушли, а потом сразу же, совершенно быстро вернулись назад. И сейчас слушайте меня гораздо спокойнее. Я уверяю вас, что скоро вы полностью примете данную истину, которую я вам сообщил, и в нормальном деловом ключе станете сообщать нам о своих мыслях и своих переживаниях, которые будут сопровождать вас перед неизбежным распадом. Все это заложено в матрице именно вашего создания. В конце концов, вы же не обезьяна какая-то, которая боится своего исчезновения. Вы продукт вековой деятельности передовых научных разработок всего мира. И я убежден, что вы на стороне науки и непременно поможете нам в нашей сложной, быть может, жестокой, но все же крайне необходимой для будущего человечества деятельности нужно. Я только пока одного понять не могу, почему именно я влип в эту историю, почему не другой? Не, ну я же обычный человек, со мной всякое в жизни ничего интересного не случалось, а тут такое, ну что за чудовищный поворот, а о чем я провинился? Александр Ильич, ну, пожалуйста, вы не казните себя. Вы ни в чем не виноваты. Все мы заложники своей судьбы. Ваша вот судьба заключается в том, чтобы в один прекрасный момент узнать всю правду о себе. Вам можно только позавидовать, вот мы люди, мы проживаем целую жизнь от рождения до смерти и не понимаем, кто мы такие, зачем мы пришли в этот мир. Мы проживаем свою жизнь тупо, бездушно, как обыкновенный скот. А вам, Александр Евгеньевич, представляется возможность узнать, кто вы такой на самом деле, осознать, как вы устроены, кто ваши создатели и в чем все это для вас заключается. Это ли несчастье, Александр Евгеньевич? Да я знаю, что такое счастье, оно было у меня. У меня были женщины, у меня дети есть. Я их люблю. Видите, в таком случае вам вообще не придется себя жалеть. Ну? А? Слушайте, вы мне тут можете много чего на уши повесить, но я требую доказательств. Как? Как вообще могло такое случиться, чтобы живой, нормальный человек вдруг оказался биороботом? Ну, докажите мне, что действительно так, ну, покажите на мне какие-нибудь кнопки, которые можно нажать, и я тут затанцую перед вами, кукарекаю. Ну, где та кнопка, которую я отключаю, и отключаюсь я, а? Не, ну, вскройте мне грудную клетку, а я потерплю, ничего страшного. Достаньте оттуда транзисторы с проводами и докажите мне. Так, спокойно, Александр Ильич, спокойно. Вы слишком бурно включили свою фантазию, но я просто напоминаю вам, что вы биологический робот. Никаких других каких-то вкраплений у вас нет. Вы биологический робот. Да, конечно, у вас есть какие-то маленькие вкрапления механики, но они выглядят не как транзисторы или что-то в этом роде. Они, скорее всего, выглядят как кристаллы. Ну, достаньте из меня такой кристалл, достаньте, и я разрешаю. Но я думаю, вам это большой радости не принесет. Они выглядят как кусочек кости или как какой-нибудь хрящ, всего не больше. А я вам не верю. А почему? Верите мне или нет, это не имеет никакого отношения. Вы биоробот. Вы подлежите немедленной утилизации, и все. Слушайте, а я гражданин России. Что? А у меня паспорт есть. Я налоги плачу. А это же будет убийство, и вас накажут. А? Да. Этот вопрос требует разъяснения. Александр Евгеньевич, пожалуйста. Пожалуйста. Вот секретное постановление правительства Российской Федерации о полном сворачивании программы «Биожизнь плюс» и утилизации всех произведенных в ее рамках субъектов. Пожалуйста, вот совсем другой документ.
из прокуратуры, в котором говорится о том, что она, ввиду особой ситуации, связанной с вашим появлением на свет и секретным характером научного проекта, не возражает против вашего отключения. Пожалуйста, еще один документ. Вот постановление Конституционного суда, в котором решение правительства Российской Федерации призвано законным. Также там говорится, что утилизация искусственных созданий не противоречит Конституции России и международным законам, так как речь идет не о людях, а о биомеханических механизмах. Правильно? Вот еще один документ, пожалуйста. Это от Уполномоченного по правам человека России, в котором сказано, что все высшие законы, и человек этот, Уполномоченный по правам человека, подтверждает, абсолютно подтверждает, что никакие законы, озвученные выше, не нарушают, не нарушаются, и об ущемлении прав личности речи не идет, так как личностью искусственное биологическое создание не является. И напоследок еще один документ, пожалуйста. Это из Министерства внутренних дел Российской Федерации, в котором сказано о том, что присуждение гражданства биологическому роботу, то есть вам, являлось частью секретного научного эксперимента, одобренного руководством страны, а сейчас, в связи со сворачиванием программы лишения вашего гражданства Российской Федерации и физическая ликвидация вас не является нарушением, и закон не ущемляется, потому как у вас нет никаких гражданских прав ввиду того, что вы искусственное создание. Угу. Так что, Александр Евгеньевич, жаль, но с юридической точки зрения все наши действия абсолютно безупречны. Слушайте, ну так же нельзя. Я же нормальный человек, это неправильно. Я же живое существо. Вы не живое существо. Вы биологический робот. Вы творение рук человеческих, поймите. Так, ну хорошо. Хорошо. Даже если это так, даже если я то самое, о чем вы говорите. Нет, ну а какая необходимость в том, чтобы отключать меня, ликвидировать? А я же никому не сделал ничего плохого. Я законопослушный гражданин, у меня нет ни одной судимости. Я детей люблю. Ну оставьте меня в покое. Я никому ничего не скажу. Обещаю. Все так просто. Вы, быть может, прослушали ту часть, где я говорил вам о причинах принятого нами решения свернуть эту крайне важную и крайне ценную для России программу. Вы говорили? Я говорил. Говорил, быть может, бегло, но говорил. По крайней мере, я точно сказал вам о том, что, к сожалению, начался процесс разрушения того организма, того биологического материала, из которого вы сделаны. В самое ближайшее время вы разрушитесь, попросту говоря, вы сгниете, и это принесет вам чудовищные боли, несравнимые абсолютно ни с чем. И вот решение отключить вас – это акт нашего милосердия. Понимаете? Подождите, а где заключение о том, что я разрушаюсь? Ну, научные заключения, заверенные подписями и печатью. Есть и такое разрешение. Смотрите, там целых 5 подписей. И все это светило мировой науке. Это комиссия, которая была создана специально, чтобы обосновать отключение именно вашей серии. Посмотрите, там 5 подписей светило мировой российской науке. Там даже есть один лауреат Нобелевской премии. Ну, я готов рискнуть. Ну, потерпеть. Ну, пусть все само собой происходит. Зачем меня убивать? Но вы даже не представляете, какую боль вам придется ощущать. Вы, если честно говоря, вы прям на стенке будете прыгать и все. Слушайте, я готов потерпеть. И потом, вы же можете ее как-то уменьшить, правильно? Ну, раз я искусственное создание, значит, можно как-то отключить какую-то функцию, ну, снизить болевой порог и так далее. Ну, не все так просто, Александр. Дело не только в боли, которую вы будете испытывать. Дело в том, что при распаде вашего биологического механизма материал, из которого вы созданы, данный материал становится токсичным и радиоактивным. Понимаете? И вы превратитесь в ходячую заразу. Вы станете угрозой для окружающих. Мы же не можем рисковать людьми. Ну? А что с ними будет происходить? С людьми? Ну как, они заразятся от вас? Они стремительно, у них начнут развиваться болезни. В первую очередь рак.
Вы же не хотите, чтобы ваша жена и дети заболели раком, правильно? Не хотите? Не хотите, правильно? Да? Слушайте, а можно я, жене позвоню? Нельзя, нельзя, Александр Ильич, нельзя. Почему нельзя? Ничего же я ей не скажу. Просто хочу услышать ее голос напоследок. Нет, Александр Ильич, это глупые и никчемные эмоции, поверьте мне. Пожалуйста. Ну хорошо. Позвоните только жене. И только ни одного слова о нашей программе, хорошо? Конечно. И не упоминайте, где вы находитесь. Хорошо? Хорошо. Только все по делу, коротко и ясно. Нет, договорились? Пожалуйста. Алло! Люся, привет! Привет, любимая. Как ты? В каком смысле? Нет, обыкновенный, да трезвый. Так просто решил звякнуть, узнать, как дела. Конечно, ты, я всегда же тебя любимой называл. Где я? Да так по делам мотаюсь, в одном заведении. А сама как? Нормально? Ну ладно. Слушай-ка, я вот что хочу сказать. Люсенька! Люсь, меня приняли, слышишь? Приняли конкретно, какая-то непонятная контора, несут полную чушь, говорят, что я кирдык не будет. Знаешь, это свяжись с Налединым, ну адвокатом Налединым, который помогал тебе, помнишь? Ну свяжись, скажи, что меня принимают, я на улице! Мы с вами по-хорошему, а вы нам благодарность вот такую тут ставите, да? Ладно, будем действовать и дальше. Я, признаться, доверился вам, решил, что вы понятливый робот, а вы... Вы что, вы робот-бунтарь? Вы робот-дебил? Ну что же, я буду делать свои выводы. Вы за все ответите. Жена свяжется с адвокатом. Адвокат? Он поднимет шум на прессе, будет скандал на всю страну. Да, вы не просто робот-дебил. Вы робот, пропитанный какими-то идеалистическими взглядами, да? Вы думаете, что весь мир будет следить за тем, что происходит в здании суда, да? Пламенная речь адвоката, все телекамеры будут направлены именно на вас. Потом будут прения сторон, да? Там все просто будут писать письма и отправлять свои комменты, да? А в финале, я вас уверяю, в финале будут титры под песню, ну давайте, Боба Дилана, хорошо? Вы просто скажите мне, почему ваша мама плакала всякий раз, когда дарила вам подарки на вас день рождения? Ну? Что? А, вы не просто робот-бунтарь-дебил. Вы робот-инвалид, который ничего не слышит. Я вас просто спрашиваю, объясните мне, просто, Господи помилуй, ну что же, почему ваша мама плакала всякий раз, когда дарила вам подарки на ваш день рождения? А? Она разве плакала? Она плакала. Вспомни. Вспоминайте. Ну? Слушайте, я давно не отмечаю дни рождения, она от счастья плакала, она от наплыва эмоций. От наплыва эмоций, вы дарите вам подарок, плачет и вот так вот слезку вот так вот скидывает, правильно? Почему она всегда говорила вам, ну как-то, что вы чужой, что мы тебя на помойке нашли? Было же такое? Ну вспоминайте, ну мама вам говорила, ты чужой, мы тебя на помойке нашли, ты не знаешь. Собственно говоря, откуда вы все это знаете? Так я ведь сейчас вам уже объясняю простую истину, что вы биоробот. Вы искусственное существо, вы появились в лаборатории в форме 12-летнего ребенка и введены в простую советскую семью. Специально для этого подобранную. Мы наблюдаем за вами с момента вашего создания и знаем все о вашей жизни, абсолютно все. Нет?
ваш отец. Харламов Евгений Спиридонович, кадровый офицер Советской Армии, привлечен к этому проекту как человек ответственный, исполнительный, заслуживший доверие и положительные отзывы в предыдущие годы службы. Выбран из более чем тысячи претендентов по результатам многочисленных тестов. Он справлялся со своими обязанностями отца очень хорошо. По-военному, четко, самое главное, он любил детей, тесты нас не обманули. А вот с вашей матерью время от времени возникали проблемы. Харламова, в девичестве Кольцова, Тамара Вениаминовна, бухгалтер. Нередко позволяла себе неадекватность поведения и недопустимые высказывания в адрес положенного на ее воспитание биологического сознания, то есть вас, а также иногда в адрес своего мужа. В общем и целом ее эмоциональные срывы были нам понятны. Она была вполне здоровой женщиной и могла иметь своих собственных детей, но после того, как вместе с мужем она согласилась вступить в данный проект, рожать ее уже запрещалось. Вы поймите, разработчики программы почему-то думали, что это может как-то навредить вам и всему делу. А, кстати, вы никогда не задумывали, почему вы единственный ребенок в семье? Ну, просто по простым обычным советским законам в советской семье предполагалось иметь как минимум двух детей. А у вас один. Родители всегда хотели... Да ладно, ну что вы начинаете? Ну, несколько первых лет назад она относилась к вам с обязанностями матери вполне приемлемо. Но потом начались эмоциональные сбои, неустойчивость, упреки, претензии и даже откровенная ненависть к вам. Ну верно? Ну верно, ну кто бы сомневался, что вы говорите? Родители всегда хотели завести второго ребенка, но просто у них же не получалось. С вами получилось? А потом не получалось, правильно? Вот с вами получилось, а потом не получалось, правильно? Почему мама плакала именно ваш день рождения? А? Родители были всегда свои проблемы, они плохо уживались, часто ссорились. Но такое же бывает в каждой второй семье, если не в первой. Ну... Да бросьте вы же понимаете, что я абсолютно прав. Понимаете, что я абсолютно прав. Мать вас не любила, вы чувствовали это все время и, согласитесь, даже испытали какое-то облегчение, когда ваша мама умерла. Неправда. Да это правда. Это правда. Лично вот я, лично, всегда удивлялся, для чего вашу матрицу, вашего сознания было необходимо вводить, ну вот, всю эту сложную широкую гамму чувств. Для биоробота хватило бы 3-4 эмоций, но программа подразумевала создание не просто биологических роботов, а нового искусственного человека, поэтому вас и сделали максимально приближенным к Homo sapiens. Эти наивные советские ученые-материалисты, а? Они всегда хотели создать что-то, нечто абстрактное, подобное, хотели создать человека, звезду, человека, вселенную. Да, вы какая звезда, какая вы вселенная. Вы простое быдло. Вы реально быдло. Вы простой торгаш. Вы, мне кажется, просто провал всей вот этой системы и все. Слушайте, да? Все равно ничего не сходится. Меня поместили в семью, как вы тут лепите, в 12-летнем возрасте. Это значит, что я не должен помнить своего детства. Но я-то прекрасно его помню. Помните? Помню. Ну мы просто внедрили в ваше сознание какой-то ряд каких-то вот прямо ярких детских событий. Я даже готов вам сейчас перечислить. Ну смотрите, вам 5 лет. Вы катаетесь на карусельке, сидите на маленькой лошадке, машете ручкой, родитель стоит за заборчиком и машет вам, правильно? Правильно. Верно? Верно. Давайте следующее ваше детское воспоминание. Вы идете 1 сентября в первый класс с большим огромным букетом, идете и дарите его первой учительнице, так? И она вас вот так вот за щечку вот так вот, ага. Снова десяточку, да? Да. Давайте вспомним отдых в Крыму. Гурзуф, Ливаде, Ласточкино гнездо, правильно? Было? Было. Вы не можете с этим спорить, потому что это воспоминания, которые у вас искусственные. Это не так. Как вы? Ну как не так? Это именно так. Если вы трезво будете оценивать все свои сознания, вот сейчас просто подумайте и вспомните, что все самые реальные воспоминания у вас начинаются только после 12-летнего возраста, а до этого простые вспышки и больше ничего. Ну, я помню! Я помню, как сломал ногу в 6 лет. В деревне. В деревне это было, да? Я правильно все вспоминаю? Это было в деревне, ну как бы, ну якобы в деревне, да? Ну, вы поймите, что для полного ощущения вашей жизненной правды, вас необходимо было внутри не только отрицательные впечатления, ну, переломы, ушибы, ссадины, а еще и сексуальные переживания надо было туда поставить. Ну, кстати, первое сексуальное переживание приходится будто бы тоже на деревне, я не ошибаюсь. В деревне же это было? Ну, где-то
возрасте 7 лет. Так, вы с местной девочкой, глупой такой, страшненькой, веснущатой, лежите в поле и трогаете друг друга за причинные места. И как это здорово, как это возбуждающе, так волнительно девочка теребит за пипиську, помните, да? Я рискну предположить, что это даже одно из ключевых воспоминаний вашей жизни, вокруг которого происходило формирование всей вашей искусственной личности. А? Это не в поле было, это было за домом, в огороде. Так подумаешь, между локацией перепутал. Ну, тема-то правильная, правильно? В сюжете я не ошибся и не мог ошибиться, потому что вся ваша жизнь явная и внедренная, расписанная по часам и хранится в нашем архиве. Кстати, вот скажите мне просто, скажите, вот почему это вдруг ваши родители аккурат в тот момент, когда вам исполнилось 12 лет, переехали в другой город? А? Ну не странно ли это совпадение? Вот где вы жили до этого? В Минске. В Минске. В Минске жили? Отлично. И вдруг из Минска, большого города-миллионника, где есть все удобства, где есть все возможности, вы перебираетесь в какую-то российскую глушь. Тот городок, где даже трамваев нет, театра даже нет. Вот вы просто берете и переезжаете в него. С чего бы это, а? Слушайте, ну отца перевели, он же военный. Ну точно перевели, он уволился, и из вооруженных сил пришлось перебираться сюда, в квартиру. Минская квартира ведомственная была. Причина увольнения, знаете? Я точно не знаю, он как-то не особенно распространялся. Какая-то нелепая история, а вроде бы растрата. В растрате его обвинили. Ну, чтобы не судить, предложили уйти со службы. Вот вы знаете, все-таки ваш отец, извиняюсь, тот человек, который изображал функцию вашего отца, он очень хороший человек. Он правильно сформировал всю вот эту позицию, и все он хорошо объяснил, это очень правдоподобно, это хорошо. Слушайте, тогда перестройка была в разгаре, и страна разваливалась, а мы же русские, ну и нам не хотелось оставаться где-то там за границей. А Белоруссия у нас за границей, да? Если мне память не изменяет, Белоруссия даже не собиралась отсоединяться от нашего союза советских социалистических республик, правильно? Там ничего серьезного не происходило, но версия, которую вы сейчас озвучиваете, она принимается. Но только не настоящая. Родители ваши уехали из Минска, чтобы начать жизнь заново. Ну, на новом месте, с чистого листа, как это говорится. Ну, ведь никому из знакомых в Минске не объяснить, откуда в обычной советской семье появился, хоп, и 12-летний ребенок. Правильно? А почему меня сделали 12-летним ребенком? Могли бы сделать, как-то неубедительно звучит, могли бы меня сделать, слепить, как, ну, сказать, что слепили в грудном возрасте. А вот это очень легко объяснить, поймите. Тот биологический механизм, который у вас заложен, он имеет функцию роста, он имеет функцию, чтобы стать вот таким большим, как вы. Но сейчас это, то есть, подождите. Ну, просто объясним вам. Смотрите, из 12-летнего ребенка вырастет взрослого человека реально. А из младенца большого человека вырастет никак. Ну, это такие условия программы, понимаете? То есть, грубо говоря, вы понимаете, я бьюсь в заклад, что вы даже не помните. Вы согласитесь, вы же даже не помните тот переезд из Минска вот сюда к нам в город, правильно? Правильно? Вот вы были в Минске и потом просто оказались здесь, вот просто чудесным образом оказались из Минска, и сразу у нас вот такое волшебство произошло, да? Почему же не помню я это? Я помню. Да ничего вы не помните. Вы ничего не помните, не говорите. Ну это же ему было, есть объяснение, но да, я же ребенком был. Да, ты что? Слушайте, ну а мы же можем всего у отца узнать. И если, как вы говорите, что расспросите, если он подчиняется вам, значит он не откажется рассказать мне правду, а? Вы так думаете? Я уверен. Уверен? Уверен. Ну дайте мне телефон, я ему позвоню, он мне все расскажет. Дайте. Ну ваш телефон вот здесь, он... Вот он превратился в рутину, это благодаря вам. Ну дайте свой. А у меня нет сотового телефона. Как так? У всех есть. А у меня нет. Ну вот же городской. Где? Вот. А? И что? Ну. Ну это вам не поможет. Так, вы же не знаете сотовый номер вашего отца наизусть? А вот и нет, я прекрасно знаю номер. А вы не хотите телефон мне давать, потому что обманываете меня? Ну хорошо, пожалуйста, звоните.
пока отцу никому более. Пожалуйста. Да, слушаю. Алло, пап, это Саша. Кто это? Ну это Саша, Саша, ну твой сын. Какой Саша? Ну Саша, сын. А сейчас ты скажешь, что тебя нужно вытаскивать из полиции, да? Или где ты там, в ФСБ? Деньги готовить, правильно? Сколько требуется, 30 тысяч или 50? Пап, ну что у тебя с голосом-то, а? Это вообще ты? Когда вы оставите нас в покое, мошенники? Брату моему на днях звонили с тем же, сейчас мне. Никакого сына Саши у меня нет. Слышишь меня, жулик? Еще раз звякнешь, я этот номер тут же передаю в органы и тебя вычислят. Все, отвали! Я ошибся, наверное, другой номер. Можно я еще раз позвоню? Да, вспоминайте номер, вспоминайте. Смотрите, все правильно. Никуда не торопитесь, у нас есть время. Со своего сотового я быстро набрал, там у меня в этом забит. Ну, попробуйте. Так. Алло, слушаю. Алло, а это кто? А вы кто? Извините, я правильно попал? Мне нужен Евгений Спиридонович. Нет, вы ошиблись. Здесь нет никакого Евгения Спиридоновича. Извините, ошибся. Может быть, я... Может, можно жене позвонить? У нее в телефоне забит телефон. Она мне быстро скажет. Я обещаю, что я не буду ей ничего говорить про... Вот, нашел я номер вашего отца. Да? Папа! Саша? Да, пап, это я. А ты как сам? Ты откуда звонишь? Номер у меня не определился. А я с городского, из организации тут одной, заскочил. А чего не со своего? Да сломался мой. Слушай, па, я тут в кабинете у какого-то странного человека. Он несет полную чушь, что я искусственное создание, биологический робот, что меня сотворили 12-летним ребенком и подкинули вам с мамой. Да не подкинули, не надо передергивать. Они вас добровольно взяли на воспитание. Слушай, па, тут полная хинея. Короче, он говорит, что это секретная какая-то программа, по которой меня якобы сделали, она сворачивается, и меня сейчас будут уничтожать. Пап, я... Типа я устарел и разрушаюсь, могу быть опасен для окружающих. Пап, скажи, что ради бога, что это какая-то хрень, а? Что у меня тут сейчас крыша едет, я весь на нервах, меня прессуют конкретно. Я сейчас по стену начну прыгать, кидаться. Пап, ну ты слышишь? Да-да, я слышу, Саша. Ну ты понял, что я сказал? Мне тут какую-то фантастическую лабуду на уши вешают. Ну, подтверди, что это не так, а? Алло, пап. Да, Саша, я все понял. Ты чего молчишь, пап? Саша, пожалуйста, передай трубку тому человеку, с кем ты разговаривал. Он рядом? Зачем, пап? Передай, мне надо с ним побеседовать. Евгений Спиридонович. Кто это? Это представитель организации, той самой. В Тель-Авиве жарко идет дождь. Отлично. К сожалению, мы сворачиваем программу «Биожизнь плюс». Все объекты подлежат утилизации, в том числе BL-74-53-72-89. Мне очень жаль, вы, я понимаю, привязались к нему, но это решение руководства. В противном случае последствия могут быть абсолютно необратимыми. Я все понимаю. Мне говорили, что это может произойти рано или поздно. Ну, а вот объясните это, пожалуйста, вашему подшефному. Только, пожалуйста, я прошу вас, без эмоций и соплей, вы же военный. И, кстати, можете попрощаться, но только коротко. Хорошо? Хорошо, я все понял. Алло, Саша. Да, пап. Слышишь меня? Да, что происходит, пап?
Дело в том, что все это правда. Мы действительно взяли тебя на воспитание. Ты на самом деле не человек. Тебя создали в лаборатории. Им надо подчиниться, иначе будет хуже. И ни о чем не жалей. Мы все рано или поздно умрем. Пап, да это ты вообще? Что у тебя с голосом, а? А ты где, пап? Я волнуюсь. Не обращай внимания. Ну как такое может быть правда? Это же полный бред. Извини. Это правда. Ничем не могу тебя утешить. Слушайте, какой-то странный голос. Это... Еще вопросы есть? Теперь вам все ясно, вы убедились? Да. Как такое возможно? Это же... Да не, ну как такое случиться может? Это же... Что мне сейчас не будет? Не, ну вы дайте хотя бы время свыкнуться с мыслью. Ну месяц дайте хотя бы, неделю. Ну нельзя же так просто жизнь отнимать у человека. К сожалению, мы не можем терять ни единого дня. Ни единого часа мы не можем терять. Ваш отец прав. Все мы рано или поздно отправимся на тот свет. Кто-то раньше, кто-то позже. Что в этом такого? Просто осознайте, что вы часть чего-то большого, чего-то значительного. Примите это и все. Слушайте. Да? А дети-то? Дети-то откуда у меня, а? Ну, раз я биоробот, а? Хороший вопрос. Вы в самом деле хотите знать на него ответ? Конечно. Ну, я боюсь, просто он вас не обрадует. Да говорите. Дети не ваши. Чьи? Анонимных доноров спермы. То есть, когда я в жен кончал, это типа как бы не по-настоящему что-то было? Почему по-настоящему? В вашем организме заложена функция семявыделения, но ваше семя не несет никаких репродуктивных функций, и нести потомство оно не может. А как тогда жены так беременеют от меня, а? А в этом вообще все просто. Вести семенную жидкость во время приема у гинеколога не представляет никакой проблемы. И вы как-то типа понимали, что вот сейчас мне нужен ребенок, а вот сейчас не нужен. А что здесь сложного? Если вы с женой разговариваете о детях, это мы сразу понимаем, что нам пора выпускать аиста, и он полетел. А вы что это? Вы все мои разговоры, что ли, прослушали? В обязательном порядке. Вы что, не понимаете, что наблюдение за вами велось в любое мгновение дня и ночи? Для программы крайне важно любое ваше слово и действие. Вы что? И вы так типа понимали, что вот, сейчас мне нужен один ребенок с первой семьей, а вас со второй два ребенка. А разве сейчас кто-то больше заводит или нет? Как такое, а? Даже дети не мои. За что вы со мной так? Я же люблю детей, я только ради них и жил. Мне жить больше незачем. Поймите, у меня же больше ничего нет, ну, кроме детей. Это же... Если хотите, поплачьте. Ну, плачьте, Александр Евгеньевич, это помогает, поверьте. Вам станет легче. Ведь все это к лучшему. Вот через несколько минут вы поймете, что в вашей жизни вас уже ничего не удерживает. И распад сразу перестанет вас пугать. Распад вашего тела для вас станет мелочью. Ну, Александр Евгеньевич, поплачь. Ну, поверите или нет, но ну, все по-настоящему вам завидую. Вот мы люди. Мы сотканы из воспоминаний, из всяческих там разного рода привязанностей, дешевых эмоций. А вы ведь постепенно от них освобождаетесь. Вы становитесь свободными, Александр Евгеньевич. Это ли не самое главное в жизни? Стать просто-напросто свободным. Простите, но человек. Так меня убьют. Вас не убьют. Вас просто мы отключим и все.
Таким образом, в каком месте я отключаюсь? Вы ни в каком месте не отключаетесь, вас будут отключать специальным раствором, который вы проглотите, вот и все. Раствор имеет форму обыкновенной таблетки, и абсолютно ничего страшного, не волнуйтесь. Вы просто меня отравят? Я же напоминаю вам, вы биологический робот, и механические цели устранения не являются для вас преемственными. Вы просто примете таблетку, вы биологический робот, и устранять вас нужно абсолютно биологически. Вы мне таблетку любите? Совершенно верно. Прямо сейчас? Чем быстрее мы закончим данное мероприятие, тем будет лучше для всех, но вы уже готовы? Нет, 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 подождите, надо с мыслями собраться. А вот вы вроде говорили, что вот нас таких много, да? Ну, это же целая программа государства, но не ради же меня одного это все создавалось, правильно? Ну да. Совершенно верно, вы не один. Ликвидация биороботов BL-74 и так далее ведется сейчас и в других городах России. А сколько нас таких? Ну, мне бы хотелось знать. Зачем вам это? Ну, хотя бы приблизительно. А тысячи? Миллионы? Что, Александр Евгеньевич, откуда в бюджете Российской Федерации деньги на миллионы? Вы представляете, сколько вы стоите, а? Ну, я бы сказал, вас сколько? Ну, скажем так, вас несколько десятков. А кто они? В смысле? Ну, кто они по профессии? Чем занимаются? Вот в разных областях. Никаких ограничений в сферах деятельности. Ваша программа не предусматривает. Ну, то есть среди них могут быть и знаменитые люди, там, политики, артисты? Ну, я не вправе раскрывать подобную информацию. Слушайте, ну какая вам разница, если меня сегодня это ликвидируют? Ну, чего вам бояться? Скажите. Ну, в ваших словах есть логика. Ну, так и быть. Покажу вам пару фотографий, хотя я искренне не понимаю, для чего вам это, что вам это даст. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вот эти особи, которые уже ликвидированы. Вот. Обычная женщина жила в Новосибирской области. Работала воспитателем в детском саду, ничем не примечательная жизнь. Я думаю, вам спокойно смотреть на нее. Вот еще, пожалуйста, вот особь мужского пола. Посмотрите, пожалуйста. Крайне любопытный экземпляр. Жил в Чеченской республике во времена того самого конфликта. Был участником незаконных вооруженных формирований. И несмотря на это, в то время его не отключали. Наблюдали, но хотя правительство говорило, что нужно, может быть, но не стали. Наблюдали, проверяли эмоции. Ну а когда все закончилось, он из террористических этих программ не ушел, и его ликвидацию мы вынуждены были как-то там полагать как устранение одного из лидеров чеченских боевиков. Не, ну поймите, наука тоже должна помогать спецслужбам. Правильно? И вот, наверное, самый интересный для вас экземпляр. Я, конечно, очень рискую, что показываю его вам, но вы все-таки посмотрите. Пожалуйста. Как он тоже? Да, представьте себе. А говорили, что он в аварии попал. Что поделаешь, надо давать народу какие-то внятные объяснения, так что долго смотреть. Подождите, а после моей смерти какие вы объяснения будете давать? Александр Евгеньевич, с вами вообще все просто. Вы человек не особо известный. Вы по телевизору вас не показывают. С вами будет все абсолютно просто. Ну не беспокойтесь, я прошу вас. В газетах о вас не напишут точно. Все-таки. Да какая вам разница? Ну, я не знаю, ну скажем, что у вас сердце отказало. А я никогда не жаловался на сердце. А то, что вы не жаловались, это не значит, что оно не может отказать? А жена знает, что я попал в какую-то ситуацию, и она не поверит. Это жена, вы зря вот этот звонок совершили. Вы совершенно зря ее расстроили, уверяю вас, от этого пользы никакой ни вам, ни ей. Ну хорошо, мы поработаем с вашей женой. Ну, мы усложним как-нибудь версию, скажем, что вы... Перед сердечным приступом у вас был какой-нибудь нервный срыв, вы попали в неврологию, именно оттуда вы совершили в неадекватном состоянии этот звонок, она а потом отказалась. Она поверит. Она поверит, Александр Евгеньевич, поверьте. Все во все верят, когда им предлагают разумные и убедительные аргументы. Ну что ваша жена такое? Ну что она, правозащитница? Профессиональная искательница правды? Обыкновенное человеческое существо, которых 6 с лишним миллиардов и все. Ну, мы выпишем ей чек большой на хорошую сумму. Скажем, что случайно на ваших счетах нашли. Но она купит себе новый смартфон. Она купит себе джинсовый костюм. Ну, на Сейшелы съездит, не знаю. Ну, мужика себе найдет. Ну,
Ну, поверьте, ну все они такие. Не все. Все. Так, все, я робот, стоп! Переключаемся в другой режим, хватит. Вы слишком много романтики в себе включили, хватит, перестаньте. А если вы тоже биоробот, а? А вот из другой программы, и вы тоже биоробот. Что с вами? Попались, да? Я смотрю, вы веселый человек. Я веселый, да. Но самое главное, что я человек, понимаете? Я человек. Скажите, а вы что? Вы что? Вы в самом деле... Обрадовались моему отключению, а? Да нечем тут радоваться. Нечему? Я теперь понимаю, вы не робот-дебил. Вы не робот-бунтарь. Вы просто испуганный робот. У вас во всех ваших файлах заложена функция, просто-напросто функция страха. И вы абсолютно боитесь всему. Вы боитесь всего. Скажите, вот честно, не так? Вы не обнаружили у меня пульса, правильно? А? Я вижу, просто-напросто вы BL-74, 53, 72, 89, а? Ну что, давайте вернемся к нашим, так сказать, по-человечески, к нашим баранам, ну? Как вам угодно. Повторяю. Биоробот, BL-745, 328, 86, вы готовы? К чему? К утилизации. Время идет, а мы с вами все лясы точим. Пора уже перейти, так сказать, к окончательному решению вопроса, а? Прямо сейчас? Да? Да, друг мой искусственный. Пора! Пора, друг, пора! Туда, где за тучей белеют гора! Это из Пушкина, да? Я понятия не имею, откуда это. Да нет, это же точно из Пушкина, а я помню. А это из школьной программы. Вполне возможно, но что? Мы приступаем? А почему вы занимаетесь этим? Этим чем? Ну вот этим вот. Палачеством, убийством, вам это нравится или вас заставили, а? А, я должен искусственному существу объяснять свои жизненные позиции, правильно? А представьте на минутку, что я ваш детский друг. Друг детский, с детства, с которым вы лазили по горкам, вместе купались, первый раз попробовали. И вот сейчас, и сейчас вы как бы ведете его на казнь. А скажите, вы утюгу объясняете, когда его выкидываете, почему он перегорел и вы должны его выкинуть? А я не утюг, у меня есть чувство. Что у вас есть? У меня есть чувство и интеллект. Интеллект. Одномерный, плоский и встроенный в вас. А за время нашего с вами разговора я не почувствовал, что у вас какой-то другой интеллект. Да? BL 74, 45, 82, 36. Почему вы пришли сюда, ответьте? А вы уже задавали этот вопрос? А вы ответили на него неправильно. Пришел, потому что я ответственный человек. Потому что я ответственный человек, который не может уклониться от официального... вызвав серьезную организацию. А чего вы взяли, что это серьезная организация? Вы когда-то слышали об этой серьезной организации, или это что-то серьезное, ну? Потому что я боюсь. А? Это хотели услышать. Да, я боюсь. Я боюсь за себя, я боюсь за своих детей. И вообще в нашей стране, если кто-нибудь занимается чем-нибудь серьезным, он вынужден бояться. А, серьезно, да, серьезно. Торговля трениками — это для вас серьезное дело. Для всей России. Да не торгую я трениками, а что к этому прицепили? А при чем здесь это? Потому что я биоробот. Правильно. Вы биоробот, вы даете мне неправильные ответы, и поэтому вы не понимаете разницу между нами. Вы биоробот. И я рад, что вы наконец-то сказали эту мысль. Значит, я не зря просто так вот с вами здесь сегодня возился. Вы биоробот. Ну что, приступим к финальной стадии нашего удивительного и захватывающего путешествия, а? Так. Как все будет происходить? Очень просто. Даже чрезвычайно просто.
Я дам вам ампулу с веществом, которое отключит ваши жизненные центры. Больно не будет, я вам обещаю. То есть все-таки вы мне дадите отраву, яд? Нет, не яд, ни в коем случае. Это не простой человеческий яд. Это специальное сертифицированное, прошедшее неоднократную проверку и одобрение специалистов самого высокого уровня вещество ангелятор. Оно создано специально для биороботов вашей серии. Кстати, его разработчик получил государственную премию. Ну, разумеется, в закрытом режиме получил. Так что держите. Так. Так, а дальше? Дальше все, конец. Так, подождите, я имею в виду, как, что дальше будет с моим телом? Его похоронят или кремируют, а семье его отдадут? Что, ваше тело никто не будет хоронить и кремировать, вы слишком ценный биологический материал. Мы не сможем вас выбрасывать или сжигать, но в вас вложены миллионы рублей, вами займутся ученые, возможно, какие-то ваши фрагменты вашего биологического тела пойдут на повторные нужды, какие-то пойдут в лаборатории, ну, я уверяю вас. Абсолютно ничего не пропадет, не волнуйтесь. А что сообщат моей семье, детям, жене? Это обсуждаемый вопрос. Чаще всего мы любим говорить, что это пропал без вести. Ну, во-первых, это самый простой, кстати, самый дешевый вариант, потому что сейчас тысячи людей же пропадают, правильно? Правильно. А во-вторых, даже очень гуманный вариант, ведь ваши родственники будут ожидать, что вы к ним когда-нибудь еще и вернетесь, понимаете? Ладно, ладно, хорошо. Пусть будет без вести. Это замечательно. Ну все, других деталей больше нет. Ну что, поехали. Она розовая. Что? Вам что, розовый цвет не нравится? Или вы думаете, что кто-нибудь подумает, что вы девчонка из-за этого? Нет. Такая маленькая. Мал золотник да дорог, поверьте, многого здесь не надо. Поверьте, она хорошо знает свое дело. Просто проглотите все. Просто проглотите все, совершенно верно. Кстати, вода понадобится. Вы знаете, у меня где-то здесь бутылочка есть, я просто сам давно не пью бутылированную воду. Только вот из крана не пью, только бутылированную. Хотите? Я, кстати, о стакане не подумал, но я думаю, вы из горла выпьете, да? Запейте. Сколько я умру? Совершенно недолго. 15 секунд и все. 15 секунд. Да. И есть только миг между прошлым и будущим. Да, 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 да. Вот поэзия здесь очень уместна. Только я прошу вас, не пойте, пожалуйста. Просто давайте. Мы так с вами уже очень много времени потеряли. Она ждет. А могу я узнать ваше имя напоследок? В этом нет никакой необходимости. Но все-таки, ну чего вам стесняться? Ну, знаете ли, я против таких всяких любезностей и перехода на личности. Но разве... Так, у меня самое обыкновенное имя. Ну, знать вам его совершенно ничего. Разве вы не должны представиться? Вы же вроде как при исполнении. Я не военный. Но все же. Хорошо. Иван Петрович Сидоров. Вы довольны? А дети у вас есть? Так, биоробот, хватит, а? Хватит, биоробот, хватит разговаривать. Все, давайте, давайте, все, время идет, время течет, часы тикают, вечность, она, понимаете, что вечность, она неизбежна. Все, хорошо, хорошо, хорошо. Да. Так, последний вопрос. Кто там? Последний вопрос. Что будет с моей машиной? Она стоит там на входе. Что будет, когда меня ликвидируют? Ее дадут семье? Задумывалась о машине. Вы знаете, вот сейчас это самый важный вопрос. Так слушайте, она же не булавка. Она же до хрена денег стоит! Да не волнуйтесь вы, вашу машину передадут вашей семье, передадут вашим детям. Что? А, слушайте, там жуткий геморрой будет, если я пропаду без вести, жена просто замучается! Не волнуйтесь. Все ваше имущество, ваша машина перейдет вашей семье и вашим детям. Поверьте, у нас есть административные рычаги, которые мы можем действовать, чтобы все прошло абсолютно безболезненно для вашей семьи. Пожалуйста. Ладно, хорошо.
Не, ну просто нас колебется по кабинетам бегать. Александр Евгеньевич. Ничего личного. Это просто моя работа и все. Меня, я же человек. Что вы говорите? Что? Да я не могу быть биороботом, что вы мне говорите? Я человек. Я человек, живой, настоящий человек. Что вы мне говорите? Вы что? Да, здравствуйте. Совершенно верно, Харламов Александр Евгеньевич. Как себя чувствую? Неплохо, спасибо. Нет, нет, ничего не беспокоит, все в порядке. Розыгрыш? Для телевизионной передачи? Вы серьезно? Что могу выбрать? Будет ли ее показывать? Я даже не знаю. Но вообще-то не хотелось бы. Спасибо. Нет-нет, со мной все в порядке. Медицинская помощь не требуется. Домой? Да, я хотел бы поехать домой. Если, конечно, больше не нужен вам. Нет, довозить не надо, я на машине. Тогда все нормально, доеду сам. Смогу, не переживать. Только тут человек. Мертвый. А не человек? А кто? Разумная машина? Я бы не догадался. А он выглядит как настоящий человек. А что, пусть лежит? А, сами уберете. Ладно, ладно. Значит, я могу быть свободен. Слушайте, а ампула? А, ее тоже уберете.
А, не настоящие! Пустышка. Да, понимаю, реквизит. Ага, очень смешно. Слушайте, а фотографии? Ну, те самые, где я голый. А, фотомонтаж! Ну да, конечно. Слушайте, а отец? Он же подтвердил, что... А, нанятый актер с похожим голосом, ясно. Нет, никаких претензий, никому ничего не расскажу, обещаю. Очень хорошо повеселился, спасибо. Классный розыгрыш, никогда не забуду. Да, всего хорошего, я вам тоже.